Варвара Васильевна Черная была выдающимся ученым-химиком, создателем новой так называемой латексной технологии. Благодаря ей наши космонавты имели великолепные и надежные скафандры. Кавалер советских орденов Варвара Васильевна была с детства глубоко верующим человеком. Ее дед – священномученик митрополит Серафим, расстрелянный в печально известном Бутово. Уйдя на пенсию, Черная в течение 6 лет несла послушание в храме пророка Ильи в Москве, а в 1994 году приняла монашеский постриг с именем Серафима. Матушка Серафима стала первой игуменей Новодевичьего монастыря после его возвращения церкви. Она подготовила все материалы для канонизации своего славного предка. Матушка Серафима внесла огромный вклад в создание храма-памятника в Бутове. При ней также и Новодевичий монастырь обрел новую жизнь. Умерла игуменья в 1999 году. Могила примерной дочери Христа находится в ограде Успенского храма Новодевичьего монастыря.